В общем, всем привет! Сегодня немного необычный ролик. Я хочу провести такой опрос. Хочу узнать ваше мнение. Пишите в комментариях. В общем, значит, я прохожу еженедельный демон уровень и пытаюсь натренировать трудный тайминг на 14%, ну или около того. Ставлю позицию, стартовую позицию на 12% на копии. Затем я каким-то образом флюкаю до 100, и у меня прогресс 12-100. А затем я иду в normal mode, ну как бы с нуля уже, и умираю на 18%. А до этого я только что сделал прогресс 12-100. И, значит, мне просто интересно, можно ли считать это прохождением демона? То есть, прошел ли я это демон или нет? Пишите в комментах. Интересно.